Я хочу сказати, що до нас уже завітала наша гостя. Це Анжеліна Крочик, вона майстриня студії декору та флористики Букетики. І як завжди, ми посередам з студії декору та флористики Букетики будемо створювати гарний настрій та створювати хендмейд подаруночки. Сьогодні ми вже розпочинаємо готуватися до Дня Святого Валентина. І ми знаємо, що найголовніше для кожного з нас – це наше серце, полум'яне серце, якому ми можемо зберігати кохання, вірність та надію. Отож, сьогодні ми будемо робити валентинки. Вітаю тебе, Анжеліка. Здравствуйте. Здравствуйте, телезрители. Сегодня мы с вами будем делать валентинки. Сразу скажу, что их огромное множество, как видов, так и можно поимпровизировать с цветом. Анжеліка прийшла не з пустими руками, дуже багато валентинок з собою принесла. Ми навіть можемо показати деякі з них. Смотрите, это в формате открытки. Вот такие вот у меня и у Иночки. Они как бы уже с лекалами, а также с надписью. Вот такого вот плана. Ось така валентиночка. Можно сделать уже с цветочными бутоньерками. Можно вырезать определенным сердечком. Я хочу Они показать могут... еще более детально наши с бутоньерочками валентинки. Ось такі вони. Бачите маленькую бутоньерочку? Могут быть еще вот такими вот сердечками. Сердечки у нас також відкриваються. Можно, чтобы открывалось сзади. Вот так вот. Здесь вы пишете свое пожелание. Ну а сегодня мы, есть еще, извините, есть еще в виде конвертиков, в которые вы потом вкладываете свое какое-то пожелание или же сердечко. А хтось кладе гроші на подаруночок. Это точно. Ну а сегодня мы с Иной сделаем один пример валентинки, и это будет сердечком. Я хочу також сказати, що ви зможете виграти цю валентинку, зателефонувавши до нашого ефіру. Просто наберіть наш номер і розкажіть, як ви плануєте святкувати День Святого Валентина, і ця валентиночка буде відправлена до вас. Тож, що ми будемо робити, Анжеліка? Предварительно я уже вырезала формуляры из сердечек, бери свою, сначала вот эту вот. Смотрите, она может быть ровненькая, можно взять любого цвета картон. Вырезаем сердце любых размеров. Вот, ее можно вырезать обычными ножницами, тогда она будет ровненькая, вот такого вот плана. Ее можно вырезать фигурными ножницами. Она будет такая, как у меня. Да, и тогда она будет такая, как у Иночки. Мы, наверное, Иночка, ты сделаешь с клипартиком, да? Давай, буду. Тогда выбирай любой клипартик. Вы можете это сделать в домашних условиях, распечатать это на обычном принтере, подобрать рисунок, который вам нравится, и вставить его в свою открыточку. Папир для клипарта, який має бути? Також звичайний? Можем брать обычную бумагу, можем в канцелярском магазине закупить такую, есть определенная с лейбом, с рифом определенным. Можно брать такую бумагу. У нас в данный момент обычная матовая бумага. Можно еще глянцевую, смотря какого эффекта вы хотите добиться. Выбирай любой клипартик, вот у нас еще есть варианты. Ой, как мне подобается с трояндочкой. Вот выбирай. Ты теперь его вырезай. Смотри, точно так же можно или фигурными ножницами, или как бы чисто по контуру. А я заранее уже нанесла на нашу валентинку контур золотого цвета. Это обычный контур, которым рисуют по текстилю. То есть и у меня, и у Иночки уже есть открытка, которая сделана уже этим контуром. Почему я сделала это заранее? Потому что он достаточно долго сохнет. Вот. А я буду делать открытку с бутоньеркой. Беру цветочки, в данный момент это фетр, но можно точно так же брать и пластмассовые, и крученные из атласных лент. Ну, как зачастую у нас так сложилось традиции, что мы берем нечетное количество, хотя конкретно валентинок или конкретно открыток это не имеет никакого значения. Ну, наверное, знаешь, что люди настолько стереотипные у нас. Так, дійсно, и я думаю, что это, мабуть, не стосується тільки для кількості самих валентинок. Тому що для кожної жінки, чим їх більше, або парна кількість, або не парна, аби вони були, щоб кохана людина не забула зробити подаруночок. Это точно. Ну а чтобы наша валентинка как-то оттенялась, потому что она у нас красная, цветы будут белыми, и так как хороший тон требует трех цветов, не больше, мы возьмем еще зеленый. Это будет листик, мы сразу примериваем, какой нам нужен на нашу валентинку, и отрезаем ненужные части. Ой, так вырезала, а оно у меня не помещается. Ну ничего, ты можешь эту, смотри, ты можешь, допустим, вырезать только вот эти вот цветы. Ну, руку оставишь на следующий раз. Так, а если мы вот так вырежем? Ну, тогда да, вот так вот фигурно можешь вырезать, тебя тогда поместят. Значит, вырезаю. Сегодня натренуюся. А я пока возьму вот листик, тоже, смотри, прикладываю, чтобы посмотреть, подходит ли у меня по контуру. Ну и клеим его. Заранее предупреждаю, что клеить лучше на горячий клей, потому что...
клей ПВА просто будет слезать. И еще он дает ненужную желтизну. А якщо немає гарячого клею, чим можна його замінити? Можливо, є щось у побуті? Ну, знаєте, у мене бабушка дуже любить клеїти на желатин. І, чесно, я не знаю, наскільки це практично. Я не пробувала, але такі от її елементи замічала. Треба буде спробувати, може, воно дійсно дає такий же ефект. До от. Тебе як до експерта звертаюся. Так нормально? Ну, ти береш пустую вже без цього. То, звісно, можна, можна і на пустую. А якщо ти хочеш на вже відпринтований контуром, то тоді треба ще підрізати. Да, нічого страшного, якщо у тебе твій елемент не буде повний. Ну, тобто, ніхто ж не знає, скільки там зелені воно було на самом деле. Поэтому ти можеш відрізати, скільки тебе нужно. Так, лишню зелень ми прибираємо. А я вже приклеюю свої білі цвіточки. В даний случай у нас це розочки. Ведь все девушки, тем более в такой день, будут любить розочки, тем более белого цвета. Обозначающие сказать, что у меня одна подруга дуже полюбляє білі троянди, але їй ніколи їх ніхто не дарує. Всі знають, що вона їх любить, але дарують червоні. Для неї це просто дикість. Ти ж, Іночка, знаєш, откуда, в принципі, пішла повір'я такое дарити, от именно валентинки. Ти знаєш, я знаю, що це на честь святого Валентина. Це свято. Я знаю, що ця історія пов'язана із закоханими, але надаю тобі право поділитися, чому саме валентинки, чому сердечка. Ну, на самом деле, серце пошло уже намного позже, чем Валентин, как бы. Само фраза «Валентинка», да, пошло именно от того, когда епископ Валентин, он венчал замужние пары наперекор императору, который запретил в то время замужество, венчание и так дальше. Его посадили в темницу, а он на рог судьбы влюбился в дочь своего конвоира. И он писал ей любовные записки. В тот момент они еще не были в форме сердца, но как бы приобрели и подписывалась всегда от твоего Валентина. И когда уже в 1415 году Шарль Орлеанский точно так же сидел в колонии, он решил вспомнить эту традицию и начал писать своей жене любовное послание. И тогда уже изобрел форму сердца. От з того времени у нас і пішли валентинки. Можна сказати, що історія дечому трагічна, але фінал дуже щасливий. Ні, фінал, звісно, щасливий. Ведь Шарль Орлеанський потім все-таки вийшов. І вийшов за счет того, що його жена виставила все його любовне послання в музеї. І люди приходили смотреть, наскільки він чувствена натура. І ті обвинення, по яким обвинялся, как бы, заставили пересмотреть його діло і його випустили на свободу. Отож, друзі, як ви бачите, кохання завжди допомагає вийти з будь-яких ситуацій. Дивись, Анжеліко, ось так в мене виходить, да, нормально? Так, да, да. Смотри, сама попробуєш? Или все-таки... Довірюся твоїм рукам, тому що вже на власному досвіді знаю, наскільки гарячий клей гарячий. Да, мы вот так вот расклеиваем, это можно ровно, если где-то видите, что много клея накапало, вы можете его носиком аккуратно снять. Проклеиваем ровненько, клей очень быстро засыхает, поэтому желательно и проровнять. Да, делать это быстро и ручкой проровнять, чтобы не было никаких неровностей и шероховатостей. Ось так, у меня гарненька штучка вот, у меня уже есть с бутоньерочкой. Ну а теперь смотрите, мы можем еще сделать какую-то серединку, то есть чтобы открывалась не просто здесь была пустота, а чтобы были какие-то линии. Это можно сделать контуром, то есть как бы просто нанести, а можно то, точно так же приклеить вот такую вот наклеечку. То есть тоже выбирай то себе, что? Я вот себе уже выбрала. Так, гарненько, гарненько, гарненько. Нехай будет с пташечками. Вот, так, по-весеннему. Так. Я специально обрезаю в хаотичном порядке, чтобы был как будто рваная бумага. Еще очень красиво получается, когда вы предварительно еще вот эти кусочки будете обжигать. Но мы этого в студии делать не будем. Но в дальнейшем вы можете просто в себя дома обжечь зажигалкой, и у вас будет эффект жженой бумаги. Это сейчас очень модно и выглядит эстетично. Ось хочу в тебе запитати, ти як майстриня, до тебе не раз звертаються люди за валентинками, за подаруночками. Що зараз дарують на День Святого Валентина? Ой, зараз у нас дарять все, що тільки душа пожелає на самом деле. Ну, а валентинка – це є стандартом, можна так сказати. Без валентинки ні один муж домой не прийде. Вот. Ну, а взагалі, как бы, це, звісно, романтичні подарки, цвіти обов'язково. Цветы – это, во-первых, на День Святого Валентина пример хорошего тона. Во-вторых, в принципе, любой девушке будет приятно, если подарят цветы. Ну, а во-вторых, разные статуэточки ангелочками, сердечки.
Наші телеглядачі знають тебе не тільки як майстриню, а як нашого постійного флориста, який розповідає їм, як заглядати за квітами і кімнатними, і за зрізаними квітками. Які квіти дарують на День Святого Валентина? Які є символом Дня Святого Валентина? Ну, на День Святого Валентина, звісно ж, дарять красні рози. Це вже повелось як кліше, скажімо так. Но я тебе хочу сказать, что очень будет интересно, если, допустим, в День Святого Валентина подарят тюльпаны. Почему? Зимние холодные вечера, дни, и так хочется чего-то яркого, светлого и такого весеннего, согласись. Так, поэтому конечно. Я даже в этом году выбрала, что этот День Святого Валентина все-таки определенно должен быть Днем Тюльпана. А что до мовы кольору квитов? Ну смотри, с цветами тут как бы кто... То, какой цвет кому нравится. Вот я, допустим, вот, очень хорошо, я сейчас тебя проклею. Я, допустим, всегда стараюсь выбирать, ну, как бы, вот я представляю человека, которому я, допустим, буду дарить цветы. И, как бы, ну, как бы, как тебе объяснить, кого он мне напоминает, вот какой цветок напоминает. Если это девушка вот с характером, то это должна быть такая вот хризантема с тонким запахом полыни. Если это тонкая ранимая натура, это лилия или эльстромерия. Но есть, конечно, можно определить, если мужчина, допустим, мужчинам это зачастую очень сложно сделать, то как бы всегда может остановиться на классике. Белая роза – это нежность, утонченность, красная – это страсть, любовь. Вот. А желтая роза – цвет богатства, зеленый – цвет жизни. Поэтому как бы любой каприз, скажем так. Тож, будь-який, аби на выбор. Это точно. Главное, чтобы дарил цветы. Мы приклеили с нами нашу бутоньерочку, конкретно своей, вот имею в виду. И чтобы закрыть клей, мы приклеиваем еще бантик. И, соответственно, создаем ему такую вот фальш-ножку. Так, гарненько. У тебя тоже неплохо получается, но это еще не все. Это еще не все. У меня есть, глянь, я нашла такую в тебе гарненькую тюму, она в меня куда-то влезет. Ну, мы можем, вот это ж ничего страшного, что мы с тобой закроем цветочки. Так, але будет с любовью. Так, будет с любовью. Точно так же ты можешь, в принципе, ее сюда поставить. О! Чтобы как бы открыли и видели, что подарено с любовью. Ось видно, что мастер разом. Прошу в тебе допомоги. Мы сейчас тебе ее проклеим. И там еще не забывай, есть еще полубусины, которыми мы можем еще предварительно також задекорувати. Конечно. Ти нам показувала, що ми обираємо не тільки сердечка, можна обрати і прямокутну форму прикрасити, можна взяти конвертик. Звісно, є отакі от ще прямоугольні форми, зроблені точно так же з картону. Це може бути білий картон, красний, розовий. На ваш выбор. Купить его можно в любом канцелярском магазине. Точно так же он есть чистый глянцевый, есть определенный сверху с напылением, есть уже прикрашенный с блестками. Выбирайте на ваш вкус. Я зачастую всегда беру просто из нематовый конвертик, потому что с ним можно сделать все, что угодно, а с блеском уже не все, что угодно. И точно так же можно еще сделать конвертик вот такого вот плана. Сюда можно положить и денежки, и еще какое-то определенное там послание. Для тех, кто не знает, что подарувати коханій людині, а дає подаруночок на вибір. Ось тобі гроші, вибирай, кохана, все, що хочеш. Це точно. Ще, кстати, можна подарити топіарі в виде серця. Кстати, хочу напомнить, вы уже, наверное, знаете, что в студии декора и флористики букетики проходят еженедельно мастер-классы. Именно в это... И можно научиться також зробити топіарі. Именно в это воскресенье у нас будет проходить мастер-класс по топіарю сердечкам для детей и для взрослых. Для детей на 11 часов, для взрослых на 13 часов дня. А дітлашки з якого віку можуть давати? 4-літнього возрасту. Отож, навіть такі маленькі можуть прийти і навчитися робити топіарі. Звісно, ми всі, де гарячий пістолет задействован, там у нас є помощниці, дівчинки, які нашим діткам з удовольствием допоможуть. Точно так же знайдемо, чим заінтересувати і мам, які привели своїх чат. У мене до тебе ще одне питаннячко щодо саме розміру валентинки, якою вона має бути. Ми знаємо, що у нас є маленькі такі валентиночки. Чи можна зробити велику валентинку і також нашпигувати і кліпартиком, і квіточками, і бутоньєрочками? Конечно, можно. Тут уже полет настолько фантазии. Их можно сделать еще и тройными, которые будут открываться, вот так вот листаться, как книжечка, а просто будет в форме сердца. Это все ваша фантазия, все ваш полет. Допустим, можно точно так же украсить квартиру вашу такими вот открывающимися сердечками. Они могут быть еще со вторым сердечком внутри. Они могут открываться, как вы знаете, вот так вот изнутри открываться тоже, соответственно, будет сердечко. Тут уже полет вашей фантазии. Их очень много. Тканевые делают. Не только, не обязательно с бумаги. Это просто такой вот вариант, который, допустим, любой человек может сделать в домашних условиях. Тож, ты мне казала, что мы повернемся еще до бусів.
Да, вот у нас есть такие полубусины, так как у нас открытки не белого цвета, то есть хочется добавить чего-то именно светленького такого, в данный момент у тебя вот здесь есть еще и белые края, и мы можем еще вкрапить вот так вот, где ты захочешь, вот такие вот полубусины. Есть полубусины, которые нужно клеить на пистолет, и есть уже, смотри, есть уже самоклеющиеся вот такие вот стразики, которые мы просто отрезаем и наклеиваем. Смотри, так как у тебя тоже розовый, ты можешь подчеркнуть свой матовый цвет, свой глянцевый цвет, извини, матовый цвет, какими-то глянцевыми стразиками. Тоже будет очень хорошо. Я возьму, мне розовый как бы может подойти сюда под бар, поэтому я тоже с удовольствием могу поклеить вот сюда вот. Ну, давай тебе рожевенький, а мне беленький. Договорились. Щоб у нас були досить різні валентиночки. Я нагадую, що ви можете нам зателефонувати і отримати цю валентинку для своєї коханої людини. У мене питання, якщо я ось так по краям покладу? Звісно, ти определиш контур, вирівняєш своє серце, і воно буде просматриватися з усіх сторон. Ось так. Завжди, прежде чим клеїти, краще якби приложити і подивитися, як воно смотриться. Тому що приклеїти ми завжди встигаємо відклеїти. Так, відклеїти це набагато важче. До речі, ти вже підготувала подарунок для своєї коханої людини. У меня это все происходит экспромтом, как он говорит, главное, чтобы ты была рядом. Я придерживаюсь этой позиции, главное, чтобы я была рядом. Главный подаруночек – это я. Все возникает уже по ходу. Ждись, у нас вот такое вышло, да. Приблизно. Будем проклеивать? Давай. Так вот по контуру будем идти. С твоих порад, чтобы все было гарненько. Окрім ось таких бусів, окрім у нас є бутоньєрки, кліпарт, чим ще можна прикрасити? Разнообразная мешковина. Почему я ее еще не брала как бы сегодня? Потому что это достаточно грубый материал. Может подойти для валентинки мужской, как бы там еще разбавить кофе. Но просто мне кажется, что День 100 Валентина это что-то, даже если дарить мужчине, это воздушное, нежное. Вот розовое, это единственный день, когда можно подарить вот что такое розовое, нежное, блестящее. И він тебе ничего не скажет. Да. А вообще, в принципе, я жрю полет в пуговицы. Делают с пуговицами очень интересно. Тоже для мужчин можно сделать еще как бы с галстуком очень интересно будет смотреться. Точно так же, говорю, добавить разнообразное кофе с запахом. Оно, кстати, и будет нейтрализировать запах клея. Ну, тут как бы и так оно все быстро достаточно выветривается. И мы потом этот весь заберем. Тебе даже трошки допоможу. Обвивает. И можно сказать, что у нас уже майже готовый вырез. Эта сторона как бы больше проклеена, я бы сюда даже ничего не добавляла. Давай, я прислухаюсь до тебя. И у тебя вот здесь вот открывается, здесь есть надпись определенная, здесь вот ты напишешь, что ты захочешь, какое-то свое определенное пожелание. Тож, давай будем презентовать уже наши валентиночки, какие они у нас вышли. Да, я сейчас ее обдеру, отклею. Ось так маленький, как паутиночка. Угу. Ось такая у меня маленькая валентинка, вы бачите на ней. Всю бусинки, кліпартики. І ось відкриваєш, написано «З любов'ю для коханої людини». У меня валентинка вот такого вот плана, с белой фетровой бутоньерочкой, с небольшим дополнением в виде листвы, с надписью «С любовью», точно так же с розовенькими стразиками, а также открывается, где есть вот надпись «Можно подписать».